Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Здорово, ребят, с вами Локи, продолжаем играть в карьеру UFC 2, и у нас сразу так с пылу с жару бой против Веласкеса, 10-я позиция, и поехали. Ну что ж, показывают бои сегодняшнего вечера, и, как вы видите, мы уже приближаемся к главному мейн-эвенту, но для этого нам нужно победить Веласкеса. Помните, в прошлой серии был глюк, не засчитала нам никак бой с прошлым соперником. Переиграл я его, и получилось так, что довольно быстро как-то я его избил без записи. Не знаю, почему так произошло. Коленом в голову пробил и засчитала нам победу. Потому что многие спрашивали, что было, что есть. Я, если бы из него вышел просто, то засчитал его поражение. Ну ладно, сейчас у нас Веласкес, который уже на 9-й строчке, а был 10-м. И серьезный соперник. Посмотрим на вес, рост. Ну, практически похоже. Возраст, конечно, но возраст это, так скажем, помощь бойцу. Вот, отлично, мы сразу так ему довольно неплохо прописали. Как же давно я не дрался в UFC. Ну, хорошо, хорошо. Неплохо нам по корпусу надавал. Ой-ой-ой. И что, все? Не, мы спасаемся. И все! Не, ну это жесть, друзья. Это жесть. Я ничего не смог сделать без тонуса. Рановато, конечно, на таких ребят еще бросаться. Он нас пробил, даже, по-моему, крови нам не пустил. Посмотрим, Да, чутка разбито лицо. Быстрый бой, лихое начало, но... Когда долго не играешь в UFC, руки забывают. Но, смотрите, все равно мы какие-то исполнили хотя бы одно из трех указаний. Сейчас нам нужно сначала, я думаю, размяться на одном-двух соперниках, а потом уже как-то бежать в бой. И, возможно, дадут еще один бой с Веласкесом. Ну, а может быть и нет. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кого нам предложат. Сейчас, я надеюсь, будет выбор. Все-таки у него был рейтинг почти соточка. У нас еще 77, и довольно мы слабоваты. И в граунде, и в клинче. Итак, двух нам предлагают, да? 89. Магомедов, Руслан. Ну нет, это слишком жестко. Хотя... Ладно, давайте вот с этим парнем. У нас уже пошли такие бои довольно серьезные. Тут, по всей видимости, некогда нам разминаться. Очередные бои этого вечера, и мы бьемся против Даффи. Походу, дело так зовут этого бойца. Ну, давайте приступать. Как-то не знаю, действительно, эта серия началась очень прям мощно. Нам сразу дали пару раз по лицу, мы проиграли бой буквально за считанные какие-то секунды. Надо... потихонечку все-таки входить в ритм и потихоньку пытаться раскачивать оппонента. 13 место против 17. Мы потеряли две позиции после проигрыша. Так, кулачок он нам решил не давать.
Tonight faces the most difficult test of his mixed martial arts career. He said he wants to fight the... Так, неплохо. Хорошо. Ой-ой-ой, вот здесь он подловил нас, и Супермен Панч не прошел. Не будем зажиматься, нас сразу ловят, потому что... Ох как! Да что ж ты... Не-не-не, держимся. Давай. Мы справимся. Мы встаем. Лихо, конечно, он нам поддал. Да вы посмотрите, что он творит. Давайте попробуем его... Ну давай. Разворачиваемся. Не дает, скотина. Есть. А вот это опасно было. Да что ж ты... Слушайте, какие-то... Очень резвые соперники сегодня. И пытаемся встать. Не дает подняться. Ой-ой-ой. По бочкам нам надавал. Что происходит? О, есть. А теперь... Ясно. Вырываемся. Надо вставать. Он просто ничего нам не дает в граунде сделать. Просто ничего. И так, локтем, и эдак. Что же, ребята, вы делаете? Так. Давайте на фулгард. Пошли. Нет, просто же зверь. Нам надо 10 секунд хотя бы продержаться. Пробуем встать. Есть! И время закончилось. Да. Парень нас вырубил просто моментально. Опять это колено, как и в прошлом бою. Ну, хорошо. Нельзя давать ему... Нас завалить. Но это у нас не так получается легко. Но все-таки жесткие соперники. Кто бы что ни говорил. Но тяжело против мощных парней. Которые гораздо сильно вкачнее нас биться на равных. Наши удары даже особо не отнимают. Так, отлично. Вот парочку ударов проходит. А дальше. Угу, смотрите-ка, опять пытался ухватить нас. Отлично, а теперь мы попробуем. Угу. Слушайте, он вообще зверь. Он просто зверь. Серьезно, он блокирует просто все. Ага, решил выйти, да? Неплохо. Пара-тройка ударов. Хорошо ему вошло, но тут же ответ. У нас тонус уходит даже на лайтовые удары. Вот так я его встретил. Отлично. На, еще раз. Не достаем.
Еще раз с ноги, хорошо. Так, и снова нас пытается. Отвали! Так, пробуем вырваться. Снова не дают. И опять нас вырубают. Да у нас нет тонуса, чтобы сдержать это. Но хорошо, вырываемся. Просто зверь. Кому нас подкидывает? Давай, вылезай. Давай, Джонсон. Нет. Очень мощный в граунде и в клинче партнеры. А точнее, наши соперники. Давай, встаем. Встали, есть. И снова отходим, накапливаем тонус. Бьем с ноги. Два нокдауна, но здесь мы проигрываем даже без каких-либо возможностей. Не хватает тонуса, чтобы отбиться. Получаем коленом. Финальный раунд. Посмотрите, что вытворяет этот парень. Ох, как просто ж зверь. Очень шустрый парень. Есть. Вольнем его так. Надо пробовать различными вариациями его гасить. Он все блокирует. Вот этот локоток не заблокировал. Хорошо. Так, и пошел к нам на болевой, да? Да держись ты! Фулгард. Пробуем, на залом руки ему. Не получилось. Ой-ой-ой. Да давай, вылезай. Встаем. Давай, Джонсон. Есть. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут либо мы его вырубаем, либо все заканчивается. Так. Пробуем. Давай, на тайский клинч. И коленом. Отлично. Еще разочек попробовать. Хорошо. Отлично. И вторым коленом. И локоточек. Давай. У нас есть еще время, чтобы вырубить его. Надо попробовать. Так. И вот так вот его. Десять секунд. Нет, этот парень победит. Этот парень победил. Два нокдауна, конечно, решали. Здесь очень многое. В первом раунде мы легли после колена. И во втором раунде мы тоже легли. Третий раунд отстояли, ну, достаточно равная такая была борьба. Здесь я уверен, что он победил. Слабенькие мы в партере и в граунде.
Да, Даффи победил. Но, знаете, друзья, я рад тому, что мы смогли отстоять хотя бы до конца. Мы не легли окончательно от его ударов. Мы вставали, да, мы теряем фанатов. Немножко получаем, конечно, очков, но... Прокачка идет, и... Я пока... Не знаю, меня особо не парит то, что мы проиграли два боя. И есть еще куча возможностей. Мы молодые. Вспомните Юрия Бойко, когда мы за него карьеру играли. Сколько раз нам там разбивали лицо. И все-таки мы попадаем сейчас на соперников гораздо мощнее нас. Кто бы что ни говорил в комментариях, что там надо научиться играть, там еще что-то. Ребят, здесь рейтинг и вкачивание решает... По крайней мере, не в онлайне, а с компом. Он многое решает. И давайте смотреть наших оппонентов следующих. Жесть, какой-то маленький убийца. Да, и кажется, сейчас мы будем биться с ним. У него, что это, свастика на шее? Посмотрите на его удары. Он просто зверь. Он разносит... Да. Он просто дикий парень. И посмотрите, от него ложатся звезды. Не то, что мы. Ну ладно, давайте посмотрим на его статистику. Как видите, он больше бьет именно руками. Да, и в клинче, кстати, он не так силен. Вот, может быть, это наш шанс. Третья ночь, третий бои, и снова, посмотрите, снова мы все там же. Бьемся против Ханта. Нам сегодня попадаются одни монстры, все, что я могу сказать. Да, вот здесь, кстати говоря, у нас клинч и стендап, ну, неплохие. В граунде, конечно, слабовато. Но как-то вот из-за, наверное, нашего веса и еще чего-то, мы очень быстро выдыхаемся. То есть вот другие соперники, постоянно я замечаю, проводят очень много легких ударов, а у нас даже легкие удары отнимают просто безумное количество тонуса. Ну что ж, Марк Хант, 11-я позиция, нам сегодня дают соперников, приближенных к 10-м позициям. Он нашего роста. Или нет, он нашего веса. Даже кулачок нам решил дать. Так, он нас пытается зажать. Ага, вот так вот, да? Слушайте, неплохой такой соперник. По корпусу пару ударов. Теперь в лицо можно, чтобы он к нам не подходил. Ух ты! Это лихо он так от Супермен Панча-то. Слушайте, он дикий паренек. Вырубает ноги на ура. Как вот они так отворачивают удар? Ух ты, вот это он апперкот сделал. Ну на тебе за это. Вот так. Еще раз, не получилось, отходим, просто отходим. Он маленький, короткий. Можно вот так вот даже. Ага. Решил все-таки на бросок пойти. Ладно. В граунде он неплох. Давай, давай, надо вставать. Встаем. Есть.
А что если так? А что если так, поросеночек? Как тебе колено-то? На, локоточек. На, еще. И по корпусу. Ну, слушайте, вот это он лихо так в ответочку нам плюнул. Не получилось. Попробуем еще раз. Тайский. И снова колено. Пропускает несколько ударов. Локоток. Локоток. Так, отлично. Угу. На! На-да. На еще. На! Ну, блин, у него удары в ответ очень мощные. Тайский, тайский. И локотком. Локотком, чтобы не ожидал. Отлично. Ох, хорошо. Поехали по корпусу. Есть. Ну, пока-пока держимся на равных. Я думаю, нам не стоит сильно выбрасываться на него. У него очень мощные удары. И в какой-то момент, когда мы открываемся, он может нас пробить. Ну и плюс, конечно, здесь все-таки в клинче придется коленом, мне кажется. Вот так вот. Ой-ой-ой. Так. И коленом. Когда у нас есть тонус, мы можем навалять ему. Так, на оверандер. И на бросочек его. Отлично. И локотком. И вторым локотком, нет? Снова фулгард. Неужто пошел на болевой? Так, развернулись. Давайте, пора вставать, ребят. Пора просто брать и подниматься. Да. Ух ты! Жестко. Отлично. Хорошая такая многоходовка. Тут можно подловить и на тайский. Нет, на оверандер. Отлично, еще один хороший бросок. Здесь можно в корпус. Поднимаемся и просто начинаем молотить. Да, здорово. Еще. Еще раз и локтем. По корпусу. Не получилось. Тогда будем подниматься. Не будем рисковать. Ох, мощно, мощно прилетело ему. Так. Фулгард, есть. Мы поднимаемся. Мы поднимаемся так, тихонечко, аккуратненько. И бьем в голову. Ага, засранец успел подловить. Мы поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. Давай, Джонсон. Быстро встали. Есть. Больно, 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 больно. На, локтем. Не дотянулись, суперменом. Больно, больно, отходим. Ну и второй раунд заканчивается.
Попал он вначале, конечно, кулаком, пока, я думаю, все-таки мы проигрываем, нежели побеждаем по очкам. Ну, лицо мы ему тоже хорошо так подрихтовали. Давай, кулачок. И получи. Ух, какой шустрый. Есть. Еще один бросок. Можно на бросках, в принципе, набрать очков. Поднимаемся. Ох, вот это хорошо ему вошло. Есть. И надо молотить. Нет, не получается. Жилистый парень. Ох, как мы ему прописали, а? Пару раз нормально вошло. Держимся. И встаем. Как же я ему не попал-то, а? Есть. Тайский. Бэк-клинч. Нифига себе, как он реверсирует. Давайте, ребят, нам надо встать. Я не хочу валяться и заканчивать лежа этот бой. Так, хорошо. Пробуем. Встаем. Есть. Нам бы схватить его. Давайте тонус подкопим и на тайский. Давайте. Есть. 20 секунд. 20 секунд. Да, он нас уничтожил. И все, друзья. Ну, по ходу дела мы снова проигрываем. И снова проигрываем по очкам. Но зато наше лицо хотя бы не выглядит так плохо, как его. Да, победил он по очкам. К сожалению, сегодня у нас серия получилась из одних поражений, но мы набираемся опыта и бьемся с мощными парнями. Так что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх в поддержку. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.